Друзья, предлагаю приготовить салат из кальмаров. Очень люблю этот салатик. Он очень полезный, в нем много белков. И для тех, особенно, кто хочет нарастить мышечную массу, я просто рекомендую. Значит так, для того, чтобы приготовить его, я беру 4 тушки, отвариваю в подсоленной воде, удаляю пленочку, отвариваю 2 минуты всего, больше не нужно, потому что кальмар будет тогда жесткий. Беру 4-5 яиц, отвариваю. Люблю побольше перчика в этом салате. Вот у меня перчик я насыпала, черный. Зеленый лук обязательно, он очень полезный. Витаминов сейчас особенно в организме не хватает. Поддержим его. И добавляю майонез. Мне очень нравится с майонезом. Все это измельчаем, кому как нравится. Кальмары у меня соломкой измельчены. На терочке яйца. Лук я тоже порезала ножом. Все измельчаем, объединяем, добавляем майонез. И приятного аппетита! Благодарю за просмотр. Кто не подписался, подписывайтесь. До новых встреч! А с вами была я, Светлана.